Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. И это еще один коврик для мыши Xiaomi. Вот такой вот коврик. Отправлен 23 июля. Добирался сюда более месяца. Бестрековая посылка. Как видим, срок доставки довольно-таки долгий. Тут вот еще с этой стороны у нас линеечка. Чувствуется синтетика, так как наэлектризовалась довольно-таки сильно. Стоимость данного коврика $1.71. Сайт GearBest. Доставка желает оставлять лучшего. Оставляет желать лучшего. Ну, пока так они работают. На этом все. Всем спасибо, всем пока.